Юные спортсмены из Чувашии на днях вернулись со Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена с ними встретился министр спорта республики. В формате 6×6 в Москве впервые прошел фестиваль детского дворового футбола. После региональных отборов в столице встретились 61 футбольная команда мальчиков и 21 команда девочек. В их числе две из нашей республики. Девочки из 61-й Чебоксарской школы и мальчики из Янтиковского района. Юные леди в упорной борьбе сумели замкнуть пятерку сильнейших. Им помогла самая настоящая любовь к футболу, говорит полузащитник команды. Футболом я занимаюсь с первого класса. Выбрала я этот вид спорта, потому что часто гуляла во дворе, а мальчики играют в футбол. Ну, приходилось с ними играть. Игра даже среди девочек выдалась жесткой, отмечает тренер. Сильные стороны нашей команды, сплоченность, все девочки дружненькие, все друг за дружку боролись, как бы сильные удары на себя принимали, очень больно было, плакали, вставали, опять бегали. Команде мальчиков, хотя и удалось выйти в плей-офф, но они смогли занять лишь 21 место. Мы очень старались, конечно, были глупые ошибки. Будем исправлять сейчас, будем стараться, будем дальше выезжать на другие соревнования, будем показывать себя. Фестиваль проходил в Москве в рамках партийного проекта «Детский спорт». Его цель – привлечь как можно больше детей и подростков к систематическим спортивным занятиям. В нашей республике делается очень многое для развития детского футбола, юношеского, взрослого футбола. Буквально вот 26 октября указом главы республики Михаила Васильевича Игнатьева на наше ведомство было выделено 500 миллионов рублей. Часть суммы пошла на ремонт, реконструкцию существующих спортивных сооружений. И 300 миллионов целенаправленным выделением вот этих средств будет использовано на то, чтобы в 10 районах нашего региона построить искусственные поля. Пока в республике 24 футбольных поля с искусственным покрытием, которые практически не бывают свободными. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов, Республика.